Привет, друзья. Это исследователь. Хочу показать газетку. Которую раскидывают в ящики почтовые. Это в Невограде, в Петербурге. Вестник здоровья. Это, по сути, обман, потому что это как бы не лекарство, но они как бы хитрые, они не пишут, что и не добавки, и не лекарства, а просто некие средства, поэтому к ним не подкопаться, но, по сути, всем понятно, что это полная херня, потому что люди хотят полечиться, как бы люди лекарства покупают, но это не лекарство, и даже... Ну, как какое-то оздоровительное средство не идет, потому что там концентрация очень маленькая. Если брать там мази, например, как с пчелиным ядом, всякое такое. Старая история, в общем, описывать нечего. Нибелоидные отзывы, которых нету, либо человеку просто показалось. Естественно, эти газетки просто берите, выкидывайте. На самом деле, вот эти... Контакты, Фитомакс.ру, подделок, товар сертифицирован, оздоровительная продукция, как ее не сертифицируют, в общем, бутылочка, пустая бутылочка, которой цена, да вообще никакой цены у этого товара. Нет никакой цены. Это бесполезные коробочки, либо сиропчики какие-то. Ну, может быть, они там 30 рублей какой-то сиропчик стоит. Но они продают, как видите, вот цены. Очень-очень приличные. 680, 660. Ну, то есть где-то себестоимость 6 рублей за 600 продают. 100% прибыль. Естественно, все это под контролем бандитского государства. Поэтому тут тяжело с ними бороться. Так. А, это в селах еще у них. Смотри-ка, они по селам ходят. Город Гладейное поле. Село Колчаново. Село Старая Ладога. Пользуются доверчивостью людей, которые на самом деле должны бы давно знать, что это все обман, но люди без конца попадаются и попадаются, потому что у них ничего нету, все отняли, ни медицины. Для клиники пустые, все разворовано, но людям хочется все-таки жить. И они покупают на последние деньги эти пустые коробочки. Вот такие вот дела. Ну, конечно, надо учиться на опыте. Естественно, я тоже сразу не знал, какие-то раньше баночки покупал. Но ясно, что это пустые мазюки. Поэтому все-таки... То, что люди делают, это же недопустимо. Ну, не первый раз же они покупают такие мазюки, по телеку было, они все покупают и покупают. Ну, есть, конечно, вина людей. А это все, пока мы поисследовали обманные газетки.